Интересно. Так, сперва у меня позиция была гораздо хуже. Проигрывал я, но потом в конце его обыграл. Он как-то начал глупые шаги делать. Видимо, он по быстроте растренирован, а по уму как бы не очень, по логике. Вот у него время кончилось, а у меня вот спешка. Ну, в общем, с временем опаздывал. У меня башня и две спешки, у него только башня. Хотя сперва у него были лучшие материальные блага. Вот будет видно, какой у него, как сперва у него было преимущество большое. Пока тут грудится. Он, видимо, как-то растерялся из-за времени, и поэтому проиграл. Потому что тут всего 4 минуты. Мне давалось ему 4 минуты. Вот быстро покажу всю игру. Без никаких хитроумностей. В общем-то, вот у него два коня и слон. У меня просто слон. А я тут мог быть башня. Я даже этого не заметил. Вот у меня вообще проигрышная позиция уже показывает, что без шансов мне выиграть. Я уже чуть ли не сдаться хотел. Думал, ну все равно поиграю. Тут же время быстрое, может каким-то чудом еще отыграю. Так, вот видно, как сперва он выигрывал, как белые выигрывали. На королеву напал. Я тут, он тут. Я тут. У меня проигрышная позиция. Как бы можно было как бы сдаться. Он бьет. Я тут. Вот. Я нападаю. В общем, я атаками его забаламутил. Начал атаковать. Он растерялся. Во, вот тут он сделал шаг неудачный. И вот уже как бы выровнялось. У меня даже преимущество. Что мне с башней нужно было не с королевой, а с башней. Но как бы время торопило, поэтому я уже где-то на доли секунды уже только помнил все, что нужно было с башней. Вот, пока сделал, но я как бы быстро шел. Ну как бы не хотел башнями меняться. Боялся. Вон, опять ошибку сделал. Вот тут ему нужно было бы, а ему нет негде бежать. Тут бежит, я его бью. Поэтому он как бы сбил мою спешку. Я сбил его коня, и уже теперь как бы все выровнялось. Я немножко как бы... Там сперва он одно потерял благо. Вот одного коня тут он потерял. А тут второго коня потерял. Но у него спешек больше, у него как бы все равно выигрышная позиция. Ему нужно было только не допустить ошибок каких-либо.
Вот тут он чего-то не бил в спешку. А, сбил он в спешку. Я напал. Он поднялся. Я ошибку тут допустил, что сбил. Но тут как бы нужно быстротой, нужно чем больше побить. Вот тут ему нужно было сбить и все. Так, он что? А, он сбил. Почему показывает? А, ему нужно было вот тут шаг строить. Да, я тут, он бы бил. Он до этого не догнался, он сбил. Позиция выровнялась. Он спешка идет. А тут уже ничья. А, нужно было бить спешку. Тут я бью это. О. А, тут мне нужно было бить его башню. Что-то я как-то не заметил тоже. Спешку бить. Но как бы у меня все равно уже я выигрышная позиция. Хоть даже если бы он эту спешку сбил, все равно у меня уже позиция выигрышная. Тут идет, я тут, ну, если, конечно, я где-то бы ошибки не допустил. Тут идет, ну тут. Он чего как бы сделать не сможет. Почему не королев? Ладно, сделаю как компьютер свет. Вот ему уже конец. Так что вот так я шел, и тут у него время закончилось. И я выиграл. Вот ошибки, где я не воспользовался. Я мог его бить. Вторая ошибка. Где мне нужно вот тут было башню идти. Тогда вот тут пошел. Тут уже показывает, что равная позиция. Хотя, а не, у меня даже больше. Хотя у него еще и конь есть. По сути, у него как бы лучшая позиция. Но у него, видимо, тут уже потери грозят. Вот. Бьет конь. Башню, я бью башню. Ну, шаг. Я защищаю башню. Вот он. И вот тут, где он мог. А, вот он, это я не воспользовался. И он тут мог башню у меня выиграть. А вот тут еще, где я не воспользовался, мог его башню сбить.
несколько раз так не заметил я. И он не заметил, не убирал свою машину.